мне похуй на комментарии хейтеров. И похуй на обзор. Русский ютуб. Качественный контент. Йоу, всем привет, ребята! Вы на канале Русланикс, где самые лучшие опыты, самые качественные эксперименты. И сегодня мы с моим великолепным ассистентом с научной степенью Илья. Вот, снимаем замечательный ролик, популярный тренд. Вообще никто такого, блядь, не делал. Кто съест больше лапши, получит 1 000 000 рублей. Вот, мы купили очень много лапши. Блестина! Сейчас будем пытаться съесть как можно больше лапшей. Напоминаю, на кону, блядь, 1 000 000 рублей на канал. Здесь никогда не обманывают. Ну что, дорогие зрители, меня зовут Илья. Вот мы пришли в поле. И сейчас как раз-таки сезон, когда лапша самая-самая свежайшая. Вот, как мы видим. Смотрите. Действительно. 1000 пачек лапши. Мы собрали их. А теперь мы идем снедать. Никто же не хочет из вас быть бесплодным в 20. Все, ребят, мы начинаем наш невероятно интересный эксперимент. Невероятный. У нас есть балдеж. Заготовочки. Давайте, сейчас мы начинаем наш эксперимент, дамы и господа. Очень хочу 1 000 000 рублей. Напоминаю, что спонсор нашего видео Николай Соболев. Он решил лично продать свою квартиру в Химках, чтобы спонсировать этот ролик. А я вообще, блядь, худею. Но это эксперимент, ребят. Вы можете подумать, что мы тут 2 взрослых мужика сидим в русском поле, страдаем какой-то ерундой. Но мы проводим эксперимент, ребят. Все не напрасно. Дорога к 10 миллионам подписчиков. Влад Бумага, на коллаборацию. Если ты хочешь сидеть тут с нами, пиши, я соглашусь. Но главное, что, дорогие друзья, главное забить контент. Контент скоро пойдет, я чувствую его. Я съел 1, дамы и господа, я уже, считай, 500 000 заработал. Серьезно? Да. Переработался. Слушай, это с каким вкусом? Это говяжий. Мы уже съели с Ильей по целой пачке, Илья еще добивает. Давай, давай, я тебе помогу. Давай, блядь, давай, богатырь, бля. Вот так это мы делаем в России. Я не могу встать. Насыщение. Вот так вот это мы делаем, блядь, в России, блядь. Обама, блядь. Так, ребята, сейчас мы будем тестировать нашу лапшу на спортивный интерес. Вот, Российская национальная футбольная ассоциация. Блядь, Ланикс. О, тачдаун. Куда бежать надо, куда надо бежать, где надо прыгать. О, русское поле эксперимент. Бум! Слушай, подожди, а ты в курсе, что дети в Африке голодают? Ну мы же не в Африке. Мы не дети. Группа «Дети голодают в Африке». Слушай, знаешь такую хуйню? Ты мне чуть отбил, доктор Руслан. Срать без сигарки, как чай без заварки. Время для второго спонсора. Второй спонсор нашего видео — кальянная Афони в Москву Сити. Бобо, здесь будет промо. Дядя на ремонт, давай табако. Вот, здесь было промо, ребят. А как у пчелы. Ну как, брат, погоди. Как, брат, пошло? Давай на ремонт. Кричал. Слез достойно только мама. Ебать, тест на смолы не пройдет. А можно на смолы, пожалуйста? Мы кубышку откупорили. Если я умру, плати неустойку. Ребят, вот и подлива пошла. Блять, у тебя слюна висит. Ребят, вот вы думали, что мы просто так здесь будем, да? А на самом-то деле это все была пропаганда. Антипропаганда табака. Знаете почему? Потому что табак это плохо. Нахуй табак! Нахуй табак! Я на лиман. Думаешь, защитники природы будут вообще? Нет, защитники Андреасяна будут выебываться. Так этих курильщиков! Фу, блядь! Вот блядь! А, я понял. А если бы Наполеону сказали не надо, он, думаешь, не пошел бы на Сталинград, да? Наполеон, то что в бункере, вот это бы ППП было, помнишь? Как говорил Пушкин, да ну это нахуй. А знаешь, как он так говорил? Когда? Когда его все заебало. У нас будет рак, тубик, блядь, и все, что только... В общем, ребят, суровый эксперимент. Пора закругляться, то мы в 6 часов находимся с ними в парке рака.
что я могу сказать? Ебать, просто поле съемок фильма «Сталинград», нахуй. Бля, братан, знаешь, есть в этом плюсы. Вот пойдут школьники свои наркотики искать в поле, да, и хуяк на лапше подскользнутся. И сто раз подумают перед тем, как героин колоть. Ну что ж, дамы и господа, это была «Атака лапши». Дальше будет еще интереснее. Подписывайтесь на наши каналы. Питайтесь правильно, ходить в качалку. Типа как эти разрушители легенд. Чур, я тут с моржовыми усами. Мы смешно. Создатели хуйни, а не разрушители легенд. 20 миллионов просто. А это точно на полтос. Тачдаун, сука, бейсбол.